Меня зовут Светлана Кашуба, я являюсь менеджером по женскому футболу Федерации футбола Кыргызской Республики. Как и в других разных сферах, всегда есть негативные мысли, слова, изречения, что говорят, что это не женский вид спорта. И я решила это доказать и своим примером, что девочки могут и хотят играть в футбол. И я доказала тем, что я привлекалась во многие сборные, играла. Вот. И сейчас, глядя на маленьких девочек, подрастающее поколение, что они еще с большим энтузиазмом, горящими глазами хотят играть в футбол и хотят делать это ежедневно. И девчонок все становится больше и больше, которые могут играть в футбол. А с каждым годом женский футбол набирает свои обороты в нашей стране. И последние 2-3 года женский футбол делает большие шаги вперед. И это тому подтверждение, что становится все больше девочек, занимающихся футболом, в школах, во дворах. И далее у нас образуется больше команд, и тем становится сильнее чемпионат. И в этом году у нас еще больше стало количество команд, принимающих участие в чемпионате. Совсем маленький возраст у нас есть девочек, чему мы очень рады. Всем девушкам, которые занимаются и работают в женском футболе, я хотела бы пожелать вам в первую очередь достичь тех планов, которые вы поставили перед собой, тех намеченных целей. Я же желаю, чтобы вы пришли к ним побыстрее через футбол, потому что футбол – это не просто игра, это вся наша жизнь, в которой мы можем проявить себя и доказать в первую очередь себе и окружающим, что мы действительно можем все и через игру в футбол. My Game хотела бы пожелать больших успехов, продвижения, чтобы нас, женщин в футболе, становилось все больше и больше, не только на футбольном поле, но и на высоких должностях. Играйте в футбол, любите футбол. Всем удачи!